Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет на моем канале! В сегодняшнем видео я расскажу, покажу свой опыт использования дополнительной упаковки для того, чтобы картина импаста, которая вот, казалось бы, уже высохла, но некоторые вот немножко неподсушенные мазки, чтобы они при транспортировке случайно не приклеились к стрейч-пленке. Потому что очень часто у нас девочки показывают, как они пакуют, они берут стрейч-пленку, да, и обматывают картину. Все это хорошо для картин, которые не импаста. Потому что однажды я почитала отзыв на одном из магазинов, что человек получил свою картину, взял ее распаковывать, и это с пленкой все импаста вместе снялось. Потому что, как бы, у меня, допустим, сейчас это на оргалите, да, но, если это на холсте, импаста сохнет очень долго, и вы не можете стопроцентно быть уверенным, что вот какая-нибудь из этих штучек не взяла, блин, и не осталась сырой, потому что она может сверху быть подсушенная, а изнутри влажное, и когда человек будет снимать пленку, оно может просто приклеиться и оторваться. Чтобы этого не было, я придумала, ну, скажем так, не то чтобы я придумала, просто я так делаю. Я видела, что девочки там делают дополнительную коробку. Ну, для нас, для упаковки, для отправки почтой, лишние граммы – это лишние деньги за отправку. Увы, мы не платим за... Мы не платим. Очень было бы хорошо, если бы мы не платили. Вернее, мы платим с вами за доставку. И чем дешевле сделать саму упаковку и легче, да, тем лучше. Поэтому нужно экономить все граммы, которые у нас есть. Значит, смотрите, что я делаю. Длинное вступление, но я надеюсь, что я вас убедила в том, что это необходимо делать для картин импаста. Берется, отрезается картон гофрированный. Вот такой вот картон. Где-то сантиметров, ну, сколько здесь? 3-4 сантиметра. Значит, смотрите, как я делаю. Я беру, немножко сюда выступаю. Так. Вот, немножко сюда. Все равно идеально не получится, идеально и не надо. Вот. И обматываю полностью плотненько вот эту всю красоту по периметру. Так, хочу обратить внимание, что если у вас картон, картон более мягкий, поэтому нужно немножко, так знаете, щадяще это все делать. Вот, желательно плотненько. Потом берем скотч и фиксируем. И если картина на подрамнике, это проще сделать, потому что подрамник не танцует, так как этот оргалит. Вот так вот. Ну, сейчас вместе с вами еще научусь лучше делать. И у меня так было, что одна картина очень плохо сохла. Я знала, что, допустим, едет в Канаду. В Канаду едет там неделю-две, и она там в упаковке досохнет. Вот. Фиксируем. Надо хорошо зафиксировать, чтобы не было никаких вот этих вот гуляний, виляний. Конечно, это проще делать, когда это не на камеру. Вы согласитесь, правда? Ну, в общем, как-то вот так вот это все фиксируется. Так. Можно сделать дополнительную фиксацию скотчем по всему контуру. Не буду я сейчас делать, потому что на камеру слишком шумит. Так. Дополнительную фиксацию делаете. Все, картина получается вот такой вот коробочки. И потом мы эту коробочку заматываем пленкой пищевой. Так, обмотанную пленочкой картину мы фиксируем вот скотчем. И у нас получается вот такая вот коробочка. Так, есть. Теперь что делаем? Берем Bubble Protection. Это вот эти вот пупырчатые клееночки, так, и обматываем в несколько слоев.
то я в продолжение к тому, как паковать картину маслом импаста. Берем коробочку любую, которая у вас есть, кладем подарочек, сверху кладем картину, сюда подмащиваем еще, так, с этой стороны. Тыри-тыри. Все, картина надежна здесь. Если видите, что здесь большой зазор, да, много расстояния большое, чтобы она не прыгала в процессе транспортировки, так как путь у нас не ближний, можно добавить еще несколько слоев пупырочек. Так, теперь у нас в почте. Можно и нужно, я обматываю всегда эту коробку полностью скотчем, полностью, так. И самое важное, это сюда прикрепить накладную, которая у нас едет, которая говорит, что куда едется. Обязательно я фиксирую на скотч адрес, куда отправлять. Так, обязательно. И так, аккуратненько. Лучше это делать ножницами. Так, и обязательно штрих-код тоже скотчем. Потому что хочется, чтобы все было как надо. Если у меня принтер такой вот, как есть, попадает влага сюда, и может где-то что-то размыться, и штрих-код не считается. И эта посылка может уехать не туда, куда надо. Все, это я креплю к коробке. Вот так вот скотчем. Так. Ставлю дату уже на почте и распишу. Все защищено, ничего ни к чему не прилипает. Все будет красиво, классно. И человек, когда получит, он останется довольный и будет все в порядке. Я так отправляла картины, которые немножко были недосушены. Человек все получал, все было замечательно, все было классно. Так что вот так вот. Надеюсь, было полезно. Все. Дальше будет упаковываться и будет картина отправляться в Соединенные Штаты. Всем до новых встреч. Пока-пока.